19 серия, Москва, Иркутск, Листьянка. Старт после привала. На карте впереди, с левой стороны, будет город Тайшет. Информация о Тайшете из Википедии. Тайшет возник в 1897 году в связи со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали, как небольшой пристанционный поселок Тайшет. Название поселок получил по расположению на реке Тайшетке, правый приток Бирюсы. Название реки, в свою очередь, происходит от котского языка, близкого современному кетскому. Холодный река. Та холодный шет река. В 1904 году в Тайшете было построено паровозное депо. В 1906 году Тайшет стал селом Алзамайской волости. С 1910 года центр Тайшетской волости Канского округа Красноярского уезда Енисейской губернии. В 1937 году получил статус рабочего поселка. Статус города 2 марта 1938 года. В период 30-50-х годов Тайшет был центром двух частей ГУЛАГа – Юж-ЛАГ и Озер-ЛАГ. На базе Юж-ЛАГа впоследствии возникла строительная организация «Ангар-Строй». Город становится начальной точкой БАМа. В строительстве железной дороги Тайшет-Братск принимали участие японские военнопленные, солдаты бывшей Ковтунской армии, а также немецкие военнопленные, были репатриированы на родину после визита в 1955 году в СССР канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. 4 февраля 1960 года отнесен к числу городов областного подчинения. С 2005 года, с введением в силу 131 федерального закона, город Тайшет преобразован в Тайшетское городское поселение и переподчинен Тайшетскому району. Территория города находится в пределах Тайшетской предгорной равнины между притоком реки Бирюса и Тайшетки и Акульшетки. Почва тяжелый суглинок, выщелочный чернозем. Вблизи города встречается глина, суглинки, песчано-гравийные смеси, известняки. Климат резко континентальный, средняя температура июля составляет 17-20 градусов тепла, а зимой минус 28, минус 30. Среднегодовое количество осадков 484,1 мм, относительная влажность 72,1%. Город расположен в западной части Иркутской области, 680 километров от областного центра Иркутска и в 320 километров от центра соседнего региона Красноярска. Площадь города 7572 гектара. Крупный железнодорожный центр. Так, вот та информация, которую я нашел в Википедии.
Вот дорогу сами наблюдаете. Стороны аэропорт пишет. С правой стороны по ходу примерно километре населенный пункт Березовка. Дальше довольно крупный город. Поселок городской. Ну, не поселок, а город. Крупный железнодорожный узел. Главная улица — это улица Ленина. И главное, наверное, центральная будет. Правильнее сказать. Улица Пушкина, улица Кирова, Советская улица, Партизанская улица, улица Андреева, Индустриальная, но достаточно много улиц. Улица Гагарина, Транспортная улица, Индустриальная, ну, достаточно крупный город. Раннее утро, движение слабенькое. С левой стороны по ходу движения город Алзамай. Краткая информация из Википедии. Алзамай — город с 1955 года в Нижнеудинском районе Иркутской области, России. До 2005 года входил в состав муниципального образования город Нижнеудинск. С 2006 года образует Алмазайское муниципальное образование. История. В конце 19 века на территории будущего города прошла одноколейная железная дорога. Началось строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. Построены к будущей станции стали... Постепенно к будущей станции стали переезжать жители из села Алмазай, ныне Старый Алмазай. Первым переселенцем из Старого Алмазая был Иннокентий Колесов со своей семьей. Затем стали приезжать и другие. Сначала насчитывалось 17 домов, селились в районе будущего вокзала. Годом основания Алмазая считается 1887 год, когда начались официальные изыскания по прокладке будущей трассы железнодорожной магистрали. В том же году из Нижнеудинска пришел первый поезд.
1901 году для снабжения паровозов водой возвели водокачку и его водонапорную башню. 9 июня 7 года была освящена православная церковь во имя святого Николая. К началу гражданской войны вокруг станции Алмазая проживало 174 жителя. С установлением советской власти стали строиться магазины, паровозное депо. Для производства шпал в 1925 году был организован Алзамайский пункт Нижнеудинского ЛТХ. В 1927 году был организован Химлеспром, позднее Восток Сиб Химлеззак. О, Господи. В 1932 году появилась 7-летняя школа. В годы Великой Отечественной войны на фронт из Алмазая ушли сотни жителей. В 1942 году в Алмазай был переброшен Днепропетровский стрелочный завод, который выпускал стрелочные переводы, так необходимые для железнодорожной магистрали, для перевозки грузов на фронт. В 1943 году населенному пункту присваивается статус рабочий поселок. С 1941 по 1959 годы является центром Алмазайского района Иркутской области. В мае 1955 года рабочий поселок Алмазай, 14 тысяч жителей, стал городом. Географическое положение. Алмазай находится в Восточной Сибири на западе Иркутской области, в 610 километрах по трассе М-53 от Иркутска и в 92 километрах от Нижнеудинска. Город расположен на реке Топорог, в предгорьях горной системы Восточный Саян. Большая часть города расположена на левом берегу реки. Интересные факты. Алмазай – место действия фантастического романа Владимира Васильева «Волчья натура». Трасса Р-255, движение в сторону Иркутска. С левой стороны проходит железнодорожная ветка. И с левой стороны, как я уже читал из Википедии, город Алмазай. Ну, по полотну дороги между троечкой и четверочкой временами вообще нет обочины. Ну и разметка тоже желает лучшего. По карте посмотрел, далеко ничего нет, к чему бы привязаться. Совсем далеко, не знаю километров сколько, Нижнеудинск. Ну, по мере приближения к этому городу прочитаю информацию о нем из интернета. За Нижнеудинском город Тулун. За Тулуном Куйтун. Далее Саянск. Зима. Залари. Но это совсем далеко.
Соловьи молчат, еще не проснулись. Утро раннее, пасмурно. Но, на мой взгляд, движение вполне комфортное. С левой стороны вдоль трассы извилистое русло реки Топорог. Очень причудливое русло, повороты не извилистые, не закруглые, какие-то геометрические острые углы. Изредка попадаются встречные автомобили. На карте можете посмотреть реку Топорог, на ее причудливое русло. Прямоугольные изломанные линии. Интересно. Справа по ходу поселок Первомайский. Совсем маленький, несколько мелких озер. Даже поезд не останавливается. Напомню, трасса Р-255 Сибирь. Вот она, Сибирь. Кто-то спрашивал у меня, что такое Сибирь. Вот, посмотрите. Легкая дымка, перспектива в легком тумане. С левой стороны, напомню, железная дорога. Если повезет, то можно будет увидеть встречный или попутный поезд. С левой стороны Замзор, населенный пункт Замзор. Несколько слов о Замзоре. Замзор – это поселок в Нижнеудинском районе Иркутской области. География. Поселок находится в 20 километрах от Алмазая,
около одноименной станции Транссибирской железнодорожной магистрали. В 4 километрах находится опустевший поселок Старый Самзор. Население. По данным Всероссийской переписи населения в 2010 году составило 1118 человек. Поселок в административном плане относится и является центром Замзорского сельского поселения Нижнеудинского района Иркутской области. Вот все, что написано в Википедии. Так, мы его проехали уже. Впереди ничего нету. Ничего нет. Место вполне симпатичное. Приятно смотреть. Хорошая разметка. Временами наблюдаете. За дорогой следят. Трасса Р-255, Сибирь. Так, вот еще Иркипедия. Вот здесь написано, что 27 сентября увеличить прогнозируемые доходы и расходы Иркутской области предложил губернатор. Но это неинтересно. Почтовый индекс. А куда ж ты делся? 665-116. Значит, города, расположенная вблизи Замзора, Тайшет 75 километров, по железной дороге, по автодороге 86, Тулун по железке 153, по автодороге 180, Нижнеудинск 57 по железной дороге и 66 по автодороге. В поселке Замзор осуществляется эфирное вещание двух аналоговых каналов, двух радиовещательных и двух радиовещательных каналов. Один пункт коллективного доступа в сеть интернет. НПП Замзор покрыт мобильными сетями GSM одного оператора связи, ОАО Мегафон. Таксофоны отсутствуют. Одно отделение связи. 21 улица. Это то, что вот я нашел про Замзор. Слева по ходу движения населенный пункт, поселок Камышет. Поселок в Нижнеудинском районе Иркутской области России. Входит в состав Луковского муниципального образования.
находится примерно в 37 километрах к северу, к северо-западу от районного центра. Происхождение названия. Местные жители считают, что название Камыше произошло от русского «камыш», однако это предположение не имеет отношения к реальности и является народной этимологией. На самом деле топоним имеет кантонские корни, где Шет – река. Владимир Карнаухов связывает данное название с тюркским «кам» – шаман, то есть Камышет – шаманская река. Однако данная версия также достаточно сомнительна. Вероятно, первая часть названия также происходит из языка коттов. По мнению китолога Генриха Вернера, корень «кам» в енисейских топонимах может происходить от пумпокольского «хам» – гусь, то есть Камышет – гусиная река. О, Господи! По данным Всероссийской переписи, в 2010 году в поселке проживало 595 человек, 288 мужчин, 307 женщин. Вот такая вот информация. Ну, много в интернете есть информации, конечно, все не прочитаешь, поэтому остановлюсь на этом. Слева по ходу движения село Ухтуй. В Зиминском районе Иркутской области России, административный центр Ухтуйского муниципального образования. Находится в 4 километрах к северо-востоку от районного центра. Происхождение названия. Название происходит от брязского «ухатай», что означает «светло-каштановый». Это цвет склонов реки Оки, ниже по течению. Или от брякского «ух» – изгиб реки, и той – приток. Население составляет по переписи 2012 года 735 человек. По данным Всероссийской переписи, в 2010 году в селе проживало 724 человека, 367 мужчин и 357 женщин. Ух ты! Железнодорожная станция видна на карте. Ну и река. На самом деле очень причудливое русло. Трасса Р-255, Сибирь. Время для сна мы отнимаем у жизни. Помни это, смог.
Слева по ходу населенный пункт Куряты. В Нижнеудинском районе Иркутской области станция Курят находится в 11 километрах от районного центра, относится к Каменскому муниципальному образованию. Население Курят 524 человека на 2010 год. Через поселок проходит Р-255 Сибирь. В Курятах 7 улиц. Связь в населенном пункте участок Курята осуществляется эфирное вещание 6 аналоговых каналов, 2 радиовещательных каналов. Населенный пункт Курята покрыт мобильной связью GSM одного оператора связи Мегафон. Пункты коллективного доступа в интернет и таксофоны отсутствуют. Это информация из Иркипедии. Так, впереди населенный пункт Нижнеудинск, но перед Нижнеудинском будет заезд на АЗС. Поэтому начну о Нижнеудинском уже сейчас. Ну вот из Иркипедии. Нижнеудинск, город Иркутской области, на берегах реки Уды, административный центр Нижнеудинского района. Основан в 1648 году, городом стал с 1963 года, площадь 75 квадратных километров, население 37 056 человек по переписи 2011 года. Описание Нижнеудинска. Город расположен на реке Уда, левый приток Ангары, бассейн Енисея, в 506 километрах от Иркутска, назван для отличия от образованного в устье другой реки Уда, правый приток Селенги, города Верхнеудинск, ныне Улан-Удэ. В 18 километрах от Нижнеудинска, ниже по течению реки Уда, находится Уковский водопад высотой 20 метров. В 75 километрах вверх по Уде, южнее Нижнеудинска, на высоте около 460 метров над уровнем реки Нижнеудинской пещеры. В Нижнеудинском районе в 209 километрах от Нижнеудинска местность Тофалария, где проживают тофалары, тофы, одна из самых малочисленных народностей России. Площадь города составляет 7,5 тысяч гектар. 14 октября 1648 года под руководством атамана Алексея Тюменцева по просьбе князя удинских бурят Оленко Иланко красноярскими казаками было заложено зимовье Покровский город на правом берегу реки Уда.
следующем году Покровский город был переименован в Удинский острожек. В 1664 году получил статус острога. Летом 1664 года был захвачен и разграблен бегом енисейских кыргызов Иринеком. В 1780 году утвержден город герб Нижнеудинска. В 83 году получил статус уездного города. В 17 году в городе открыто первое трехклассовое училище. В 22 году стал окружным городом. В 1888 году открыта общественная библиотека. 9 сентября 1897 года в Нижнеудинск прибыл первый поезд. В 1902 году дал первую продукцию пивоваренный завод. В 7 году открыто реальное училище. В 12 году на окраине города строится военный городок с госпиталем и церковью. В декабре 19 на станции Нижнеудинск задержан верховный правитель России Колчак. Ему предложено подписать акт об отречении от должности. В 31 году из Нижнеудинска начаты регулярные рейсы самолетов. В городе открыт цех по обработке слюды Иркутской слюдофабрики. В 35 году на станции Нижнеудинск построено вагонное депо. На самолете ПО-2 открыта воздушная трасса Нижнеудинск-Алагджер. В 37 году на базе действующего цеха Иркутской следофабрики создана Нижнеудинская следяная фабрика. В 41 году создан ВК-госпиталь. В 61 году включен в единую энергосистему Сибири. В 63 году Нижнеудинск отнесен к категории городов областного подчинения. В 72 году построено новое здание мясокомбината. Для города и близлежащих сел пущен телевизионный ретранслятор. В 78 году дал первую продукцию завод инвентарных зданий контейнерного типа. В 2002 году завершена коренная реконструкция Нижнеудинского вагонного депо, начатая в 80-х годах. Так, население Нижнеудинска. В 2010 году по переписи составило 36 700 человек. Транспортная доступность. Станция Восточно-Сибирской железной дороги. Вторая федеральная дорога Р-255 Сибирь. Третий аэропорт Нижнеудинск. Основным видом транспорта является железнодорожный. В 2004 году была завершена реконструкция локомотивного депо и железнодорожного вокзала. Воздушными перевозками занимается объединенный авиаотряд Нижнеудинское авиапредприятие. С 2010 года после процедуры банкротства предприятия куплено Иркутск-Авиа. В 2011 году влившиеся в авиакомпанию «Ангара» автотранспортные перевозки осуществляет МУП «Трансавто» и индивидуальные предприниматели. Так, инфраструктура. В Нижнеудинск осуществляется эфирное вещание 9 аналоговых каналов, 6 радиоканалов. Имеется один пункт коллективного доступа в сеть интернет, НП. В городе Нижнеудинск покрыт мобильными сетями 4 операторов: ЗАО «Байкал Вестком», ОАО «Вымпелком», ОАО «МТС», ОАО «Мегафон». Имеется один почтамт, 5 отделений связи, 1 таксофон. Известные уроженцы: Баринов Борис Федорович, хоккейный тренер, Горегляд Владимир Николаевич, японист. Так, Ерыкалова Юлия Николаевна, герой социалистического труда, врач-терапевт. Крючкова Татьяна Александровна, историк, крупный специалист в области иконописи, деревянной скульптуры, истории храмового строительства, духовной жизни в Восточной Сибири. Рачков Михаил Порфирьевич, доктор экономических наук.
Так. Градообразующее предприятие в городе одно – железная дорога. На вагонно-ремонтном заводе, который функционирует в городе, 1800 работающих. Здесь строгая дисциплина, великолепно отлажена работа и существенная заработная плата для начинающих работников, которые приходят на завод после местного профучилища до 15 тысяч рублей в месяц. Вот насколько смог максимально быстро прочитать, но еще есть немножко времени до следующего населенного пункта. Нижнеудинская недвижимость в цене. Двухкомнатная квартира продана за 700 тысяч рублей. Ну, это вот есть такая информация на Иркипедии. Можете прочитать. Треть города отапливается электричеством. Так намного удобнее, говорят. В Нижнеудинском районе лес всему голова. Тафалария, поднебесный рай. Попасть в Тафаларию очень трудно. Невероятно трудно. По крайней мере, так нам показалось после пребывания в Нижнеудинском районе. Улететь не улетишь, а если и улетишь, то не вылетишь. Убирали нас местные жители. Ну, тут много что написано. Я думаю, привлечет ваше внимание вот такая информация на Иркипедия. Вот информация о Нижнеудинске. Достаточно много прочитать, ее не представится возможным. Весь Нижнеудинск ездит на такси. Чем может понравиться Нижнеудинск любому приезжему человеку? Так это своей компактностью. По городу можно с легкостью передвигаться, игнорируя автомобильный транспорт. Нет риска затратить слишком много времени на пешие прогулки, потому что в центре Нижнеудинска сосредоточены все необходимые учреждения. И сам по себе город небольшой, хотя и тесным его не назовешь. Еще одна характерная особенность Нижнеудинска – это обилие автомобилей с желтыми гребешками. Причем легковушки в количестве 300 штук циркулируют от остановки до остановки. Такса 8 рублей. Легковые автомобили выполняют уже самую функцию, что и микроавтобусы в областном центре, то есть служат маршрутным такси. Сельчане умирают от туберкулеза. В Нижнеудинске отсутствует химическое производство. Экологическая безопасность притягивает к этому городу людей, дорожащих своим здоровьем. Однако нельзя утверждать, что нижнеудинским медикам не о чем беспокоиться. Ну вот, кстати, по экологии я вот напомню и Ачинск, и... Ну, я думаю, наверное, всем городам Сибири свойственна вот эта вот беда, эта экология. Так, картинку, значит, железная дорога проходит с правой стороны от трассы по ходу движения. На разном расстоянии. Но тут есть населенные пункты, уже проехали. Рубахина, Мельница, Шумский, ну и другие населенные пункты. Так, двигаемся в сторону Иркутска. Далее Листвянка. С левой стороны по ходу движения станция Разгон. Разгон – это поселок при станции в Тайшетском районе Иркутской области.
административный центр Разгонского муниципального образования. Находится примерно в 40 километрах к юго-востоку от райцентра, на высоте 368 над уровнем моря. Население 372 человека, из которых 184 мужчины и 188 женщин, по данным переписи 2010 года. Инфраструктура. В поселке при станции Разгон осуществляется эфирное вещание 6 аналоговых каналов, 3 радиовещательных каналов. Можно подключить максимально 60 каналов кабельного телевидения. Максимальная скорость доступа в интернете. Вот можно было, наверное, написать. Наверное, так, килобит. Сейчас посчитаем. 1 000 000 килобит в секунду. Минимальная 64 килобита. Один пункт коллективного доступа в сеть интернет. Поселок покрыт мобильными связями 3 операторов. Фиксированная телефонная связь представлена 10 компаниями. Таксофоны отсутствуют. Одно отделение связи. Ну, вот как вы обратили внимание, практически по всей Сибири активно работает мегафон. Поэтому, отправляясь в дальнюю поездку, используйте оператора мегафон. Я сам в этом неоднократно убеждался на практике. Думаю, вам будет полезно. Так, справа по ходу движения село Худоиланское. Кстати, пропала аудиодорожка, поэтому фона нет. Так, село Худоиланское и станция Худоиланская Восточно-Сибирской железной дороги в Нижнеудинском районе Иркутской области в 47 километрах к юго-востоку от районного центра. Центр Худоиланского муниципального образования. Население 1880 человек, 2010 год. В селе работают начальная и основная среднеобразовательная школы, участковая больница, детский сад. Через село проходит федеральная трасса Р-255 Сибирь. Ближайшие населенные пункты: Вершина 15 километров по железной дороге и Кадуй 11 километров тоже по железной дороге. Уличная сеть представлена 30 улицами и переулками. Инфраструктура. В Худоиланском осуществляется эфирное вещание 5 аналоговых и 2 радиовещательных каналов. Один пункт коллективного доступа в сеть интернет. Худоиланское покрыт мобильными сетями мегафон. Село Худоиланское покрыто мобильными сетями GSM, одного оператора связи, ОАО «Мегафон». Таксофона отсутствует, одно отделение связи. Станция Худоиланская открыта в 1899 году. Операции продажи пассажирских билетов, прием и выдача вагонных отправок. Так. Прием и выдача посылок и так далее, и так далее, и так далее. Так, больше ничего я вот про Худоиланское сказать не могу. Так, справа по ходу Вершина. Википедия. Вершина. Деревня Баханского. В Баханском районе Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области. Село Вершина образовано своим появлением аграрной реформы Столыпина в 1906-1914 годах и основано переселенцами из бывшего царского польского, которое входило в состав Российской империи. Особенность: обещанная переселенцам земля оказалась малопригодной для земледелия. Местные жители буряты пугали поляками, были чужды их верованием, обычаи и язык переселенцев. В общем, понятно это. Многие уехали на родину, остальные остались, чтобы прокормиться, работая на местных
жители Тучи. Только через несколько лет они образовали сельское общество во главе со старостой. В 15 году построили школу, построен костел. Во время большого террора в 1937-1937 году в Вершине было арестовано 29 человек, все они были расстреляны. Сегодня Вершина – это красивое село, выделяющееся среди соседей своей ухоженностью и наличием дороги с асфальтовым покрытием. Но здесь нет ни почты, ни телефонной связи. С трудом пробиваются сюда и телевизионные сигналы. Связь с внешним миром осуществляется рейсовым автобусом из Иркутска. Ну вот, село, деревня Вершина. Слева по ходу село Щеберта. У этого терна существуют и другие названия. Входит в Щебертинское муниципальное образование и является его центром. Село находится в 52 километрах от Атагая. Название Щеберта происходит от брятского шибер, чаще густая заросль. Население по данным всероссийской переписи в 2010 году составило 623 человека. Вот то, что можно прочитать в Википедии о селе Щеберта. Но слева и справа по ходу движения. Так, с правой стороны Будагова. Что нам ответит Википедия? Будагова, Иркутская область. Будагова, село в Тулунском районе Иркутской области России, административный центр Будаговского муниципального образования. Находится примерно в 29 километрах к западу от районного центра Тулун. Население в 2012 году составило 1248 человек. Из них в 2010 году в селе проживало 1276 человек, 595 мужчин, 681 женщина. Так, что еще нам подскажет Википедия? Посмотрим. Википедия добавляет, что в селе имеется школа, магазины, 15 улиц. Осуществляется эфирное вещание 5 аналоговых каналов. Имеется один пункт коллективного доступа в интернет. Покрыт мобильной связью трех операторов Байкал Инвестком, МТС и Мегафон. Фиксированная телефонная связь представлена 9 компаниями. Таксофоны отсутствуют. Имеется одно отделение связи. Станция Будагова основана в 1899 году. Коммерческая операция. Продажа пассажирских билетов, прием и выдача грузов вагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах общего пользования. Вот такая информация о селе Будагова. Так, впереди по ходу движения. Так, что-то у меня. Впереди по ходу движения населенный пункт Булюшкино.
Жабулюшкина, читаем Эркипедия. Булюшкина деревня в Тулунском районе Иркутской области, примерно в 13 километрах к западу от райцентра. Входит в состав Писаревского муниципального образования. Население 429 человек, 202 мужчины, 227 женщин. По состоянию на 10-й год. Ближайшие населенные пункты Тулун, Утай. Так, кстати, улицы 8 улиц. Булюшкина 8 улиц. Осуществляется эфирное вещание 5 аналоговых и 10 цифровых каналов. Имеется один пункт коллективного доступа в интернет. Операторы связи Байкал Инвест, Мегафон МТС. Фиксированная связь представлена 9 компаниями. Таксофоны отсутствуют. Имеется одно отделение связи. Это Булюшкина. Впереди у нас Тулун. Вот начну сейчас немножко про Тулун рассказывать. Впереди Тулун, город в Иркутской области. Население 44 603 человека в 2011 году. Город расположен на реке Ия, бассейна Ангары, в 390 километрах от Иркутска. Железнодорожная станция Восточно-Сибирской железной дороги. Тулун переводится с бурятского как кожаный или каменный мешок. Такое название город получил из-за своего расположения у поворота реки, огибающей его как мешок. Отсюда же и пошел герб города. Черное основание – это символ угольных богатств. Колос – символ сельского хозяйства. Так, история Тулуна. Первое письменное упоминание о Тулуне – 1735 год. 762-774 – строительство Московского тракта. Способствует росту поселения. 1897 году Тулун встречает первый поезд. В 22-м году Тулун становится городом. В 24-м году Тулун лишен статуса города и вновь преобразован в село по политическим мотивам. В 27-м Тулуну возвращает статус города. В 31-м году попытка взорвать Покровский храм в Тулуне заканчивается несчастными случаями. В 44-м году Покровский храм восстановлен. 50-80-е годы – этап мощного развития Тулуна. Построены гидролизные, стекольные, авторемонтные и электромеханические заводы. Расширены и модернизированы маслодельные и водочные заводы, мясокомбинат, кондитерские, швейные фабрики. За этот период Тулунская селекционная станция дала сибирскому земледелию более 70 сортов различных сельскохозяйственных культур, среди которых знаменитая пшеница «Скала» и «Тулунская 12». В окрестностях Тулуна развивается угледобывающая промышленность, формируя второй крупный углепромышленный район Приангарья. До этого угледобывающая промышленность была сосредоточена в Черемхово. В 1962 году Тулун становится городом областного значения, областного подчинения. В
1963 году историк и преподаватель Таунского педагогического училища Павел Федорович Гучкин организовал при педучилище краеведческий музей, ставший впоследствии Таунским историческо-краеведческим музеем. Середина 80-х, начало разработки крупнейшего при ангаре Могунского угольного месторождения. 90-е годы. Акционирование, банкротство и ликвидация промышленных предприятий, резкое снижение экономического потенциала Тулуна, ветшание объектов системы городского жизнеобеспечения. Сокращается численность населения города. На базе гидролизного завода создан Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий. Экономика Тулуна. Тулун – крупный центр лесной промышленности. Наиболее крупное предприятие, работающее на территории города – это Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий на базе гидролизного завода и угольные разрезы. Население по переписи в 2010 году составило 46,8 тысяч человек. Так, культура. Сибирь. Центр досуга города Тулуна. Второе. Прометей. Районный дворец культуры города Тулун. Знаменитые уроженцы и жители Тулуна. В Тулуне в 20-м... 20... В Тулуне в 1920 году жил и работал русский советский писатель, драматург, сценарист, лауреат Сталинской премии второй степени Павел Филиппович Нилин. В 2008 году по инициативе поэта Геннадия Гайды в Тулуне была установлена мемориальная доска в честь писателя и в честь писателя Павла Нилина. В городе родилась популярная телеведущая Ангелина Михайловна Вовк. В 70-80-е годы в Тулуне жил художник Евгений Данилюк. Вот такая вот короткая информация о городе Тулун. Это ИРК, это по информации Иркипедия. Что нам говорит Википедия? Сейчас глянем. Так, ну здесь достаточно много информации с фотографиями. То есть посмотреть город Тулун, ознакомиться более детально с этим городом можно в Википедии. Я же читал информацию из Иркипедии. Так, слева по ходу движения село Серогул. Население 1227 человек, по данным 2010 года. Да, это по-просочи тоже самое говорят. В России отдыхать дорого. Вроде же еще на новой стране. Но проще сказать, сгонять куда-нибудь за границу. Село Широгул образовалось в 1750 году, по другим данным, в 1747 году. Бурята были коренным населением. Кругом была тайга непроходимая.
водились разные звери. Название Шарагол происходит от брянского слова «шара» – «желтый гол река», «долина пать», «желтое озеро». Вот такой примерно перевод. Здесь имеются обнажения песчаников желтоватого цвета. Встречается неправильная транскрипция «Шарагуль», «Шарагол» и так далее. Правильная «Шарагол». В 17 веке начали заселение русские. Они стали расчищать земли, строить заимки. Так, переселенцы приходили партиями, обживались места, приглашали родичей. Первая партия пришла на Уталай. Это семья Шевцовых, Коц, Донцовых, Кузьменковых, Ольховых, Фадеенко, создавшая свою родовую общину. Затем перебрались в Шаргол. Объединялись в общины, жили с землей и тайгой. Так, река Шараголка тогда была глубокая и большая. У ее истоков жил монах-отшельник. Он вырезал иконы прямо на деревьях. Жил монах в часовенке. Вода там считалась священной. На сельском кладбище когда-то стояла часовня, а затем построили очень высокую церковь при куполах имени архистратига Михаила. На территории церкви был семейный склеп, аккуратными рядами лежали могильные плиты. До постройки Московского тракта связи с Центральной Россией были слабые, они осуществлялись по рекам. Затем проложили тракт. По центральной улице села проходит Московский тракт, в котором ушли на каторгу декабристы и ссыльные. Один из пересыльных пунктов того времени находился в Шарагуле. Там иногда по несколько дней арестованные декабристы ждали дальнейшей своей участи. Это здание сохранилось и до наших дней. В нем была расположена художественная школа. Из сильных в Шарагуле остались Василий Васильев, Иван Лыткин, Захар Прибытков, Михаил Иванович. В 19 веке состоялась закладка железной дороги. Толунчане встретили первый поезд 1 декабря 1879 года. После постройки железной дороги приехал царь и раздавал деньги. Когда царское правительство остановило почтовый перегон, станцию, то находящиеся на госслужбе поселяне получали разрешение на занятие ремеслом, что решило их хозяйственные проблемы. Это что касается села Шарагол. Далее по ходу движения больше ничего не вижу, поэтому закончу читать из интернета. Самым зажиточным был хозяин Лапшин. Он держал гостиницу, имел заимку, маслобойку, паровую мельницу, большое количество скота, птицы. За хозяйством ухаживали нанятые работники. Его усадьба стояла в том месте, где сейчас находится почта. До революции в доме Говориной жил купец Бархатов, который завез в Шарагол помидоры и торговал, а после 17 года эмигрировал за границу. На горе в Ельнике стоял кирпичный сарай. Там жили купцы по фамилии Кирпичниковы. Шарагол славился мельницами. И до революции здесь было их 4. 2 стояли на реке Шараголке, и 2 на реке Шараголке, и 2 на реке Озейке. Вот такая, с более полной версией летописи села Шарагол вы можете ознакомиться в библиотеке Вижу, какой же библиотеки.
Ну, в общем, на сайте Иркипедия можно эту информацию найти. Далее по ходу движения с левой стороны Тулюшка, населенный пункт. Сейчас почитаем, что это такое. С левой стороны далековато, правда, проходит. Ничего не проходит. Так. Читаем. Тулюшка. Это село. Село в Куйтонском районе Иркутской области. Население в 2012 году было 2274 человека. Это по всероссийской переписи. 147 мужчин, 164 женщины. Так, значит, по данным 2010 года 12 595 человек, из которых 584 мужчины, 675 женщины. Вот как-то не стыкуется немножко. Ближайшие города: Черемхово, Ангарск, Иркутск. В селе три улицы: улица Калинина, улица Карла Маркса и улица Ленина. Поселки Тулюшка, Иркутская область. Эфирное вещание отсутствует. Кабельное вещание отсутствует. Один пункт коллективного доступа в сеть интернет. Поселок Тулюшка покрыт мобильными сетями трех операторов. Фиксированная телефонная связь представлена шестью компаниями. Таксофоны отсутствуют. Вот такая информация, что мне дает Иркипедия. Ни истории, ничего больше найти не могу. Ну, наверное, что-то есть где-то, надо искать. Погода не интересует. Толюшка, с левой стороны по ходу движения на отдалении. Поселок Куховский, Чеботариха и Каразеи. Ну, информацию по ним искать будет, конечно, затруднительно. Так, далее по ходу движения. Поселок городского типа Куйтун. По-бурятски он звучит немножко по-другому. Так, поселок городского типа в Иркутской области. Административный центр. Поселки железнодорожная станция на Транссибирской магистрали. Крупный центр сельскохозяйственного и лесоперерабатывающего производства. Название Куйтун бурятское. В переводе обозначает два понятия: холод и обширные плоские приподнятые степные пространства вдали от лесов. Ну, вот так как-то. Так, история. Примерно в 17 веке енисейские казаки узнали о существовании бурят, занимавших почти все при Ангаре, и начали стремительно осваивать незнакомые территории и оттеснять коренных жителей на восток. По неуточненным данным, Куйтун станец
стал заселяться в 1680 году и начинал развиваться как притрактовое село, через которое перевозилась государственная почта и различные грузы. В 1872 году в Куйтуни открылось смешанное училище. Через 6 лет церковно-приходская школа, а в 1899 году женское училище. В 1890 году построен кирпичный завод, который стал работать на полную мощность только после гражданской войны. 26 сентября 1957 года Куйтун становится рабочим поселком. По переписи, по данным 2017 года, в Куйтуне проживает 9487 человек. Экономика. Лесоперерабатывающие и сельскохозяйственные предприятия, личное подсобное хозяйство, молокозавод, в прошлом маслозавод, два лесхоза. Известные люди. В Куйтуне родился известный поэт, пародист, детский писатель и литератор Владимир Скиф. Альбина Викторовна Хомич, спортсменка, тяжелоатлетка, штанга, заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка Европы, чемпионка мира в супертяжелом весе, серебряный призер и гордобой доброй воли. Павел Васильевич Зицерман, юрист, последний городской глава Иркутска. Герман Александрович Вендрих, историк, участник боев за Сталинград. Павел Николаевич Шастин, советский медик, заслуженный врач РСФСР, организатор системы здравоохранения в Монголии. Это вот то, что касается известных людей города Куйтун. Более подробно об этом, конечно, можно будет найти в интернете. Флаг. Значит, на зеленом фоне вверху красная полоса, где изображена корона. На фоне на зеленом поле изображен конь. Под ним две желтые горизонтальные полосы. Это флаг города Куйтуна. Основная национальность – русские, конфессия – православные, этнохроним – куйтунцы. Так. Ну вот такая вот такая информация по этому населенному пункту. Так, в салоне автомобиля помалкивают. До следующего населенного пункта еще есть время. Видно, как дрожит видеорегистратор. Это поврежденное крепление. Присоска сделана, не сама присоска, а вот сам пластик очень некачественный. Это подтвердили и в датакаме. Я был в датакаме, но об этом я расскажу в следующей серии. Очень хорошие новости. Далее, далеко впереди, по ходу движения с левой стороны, населенный пункт Харик, Иркутское муниципальное образование. Харик – это поселок в Куйтунском районе Иркутской области. География. Находится примерно в 18 километрах к западу от районного центра. Топономика.
Название Харики, вероятно, происходит от бурятского хайр – коса, песчаная отмель. Харик – песчаник, точильный песчаный камень. В районе населенного пункта расположены обнажения песчаников, протекающая рядом речка Харик, имеет песчаное русло. Население, по данным 2012 года, 1734 человека. Вот такая вот информация пока. Так, что еще можно про город сказать? Имеется 21 улица. В поселке Харик 21 улица. Первая рабочая, вторая рабочая, 45 Победа, Бурлова, вокзальная, Гагарина, Горького, Дзержинского, железнодорожная, Карла Маркса, Кирова, коммунальная, кооперативная, Ленина, Нагорная, Пролетарская, Профсоюзная, Сазоновая, Советская, Трактова и Чапаева. Инфраструктура. В поселке Харик осуществляется эфирное вещание 4 аналоговых каналов и 2 радиовещательных каналов. Можно подключить максимально 60 каналов кабельного телевидения. Один пункт коллективного доступа в сеть интернет. Поселок покрыт мобильными сетями 3 операторов, какими не указано. Фиксированная телефонная связь представлена 10 компаниями. Таксофоны отсутствуют. Одно отделение связи. Вот такая вот характеристика про Харик. Поблизости Листвянка, Хаихта, Аршан, Ханхатуй, Харчев, Андрюшина, Ахтинский, Сосновый, Тихород. Ближайшие города – это Черемхово, Ангарск и Иркутск. Вот такая вот информация об этом поселке. Впереди по ходу движения населенный пункт Кемельтей. Об этом в Кемельтее в Википедии сказано, что это село. У этого термина существуют и другие значения. Кемельтей – село в Зиминском районе Иркутской области. Расположен в 27 километрах к северу от города Зима, на реке Кемельтей, первый приток Оки, на федеральной автомагистрали Р-255 «Сибирь». Происхождение названия. Существует легенда, согласно которой села происходили от имен братьев Бурят Кима и Тея, которые пасли стада в этой местности. Согласно этой легенде, проезжавшие мимо спрашивали, чья это земля, Кима или Тея. Однако эта легенда не имеет ничего общего с действительностью. У бурят даже нет имен Ким и Тей. В бурятском языке нет буквы К как таковой. Она встречается только в заимствованных словах. Имя, сходное по звучанию с именем Тей, существует. Это имя Тэхэ переводится как «козел». Однако Тэй в монгольских языках – это, как правило, суффикс, часто встречающийся в топонимах. Также существует сходное по звучанию «волотуй», которое некоторые лингвисты приводят с бурятского как «приток». Вероятнее всего село названо по реке Кемельтей, на которой стоит.
Название же реки может происходить от бурятского хэмэл, искусственный. Можно предположить, что когда-то река спрямлялась или вовсе возникла в результате вскапывания земли хозяйственных целей, что очень маловероятно. Возможно, когда-то в окрестностях села стояло какое-то древнее сооружение. Также данное название может иметь эвенкийское происхождение, например, от хамалды шаманить или тюркское корнимхэм река. Население по состоянию на 2012 год, 1933 человека. В Википедии Акиметы следующая информация. Связь имеет одно отделение Федеральное государственное управление ФГУП Почта, мобильная связь ЗАО Байкал Инвест, Байкал Вест Вестком, ОАО МТС и ОАО Мегафон. Интернет ЗАО Байкал Вестком, ОАО МТС, ОАО Мегафон, ФГУП Почта России. Ну вот вы можете теперь убедиться в том, что я говорил раньше, что самая надежная связь на трассах России — это вот Мегафон. Я не являюсь сотрудником Мегафона, не занимаюсь рекламой. Это просто констатация факта. Что еще пишут об этом селе? Вот, например, хроника села Кимельтей. 17 век. Первое поселение с Кимельтей. Легенда о селе Кимельтей. Первая половина 18 века — появления русских поселенцев в междуречье Оки и создание Зиминского-Широгуйского станции. 1735 год — начали строить сибирский кандальный тракт силами местных крестьян. В селе 1770 году в селе Кимельтей была построена деревянная церковь. 1772 год. Через село Кимельтей прошел Московский тракт. В 1884 году построена каменная церковь во имя святого Николая Угодника. 1884 год. Также построена церковь. Рядом с церковью церковно-приходская школа. 861 год. Основано Кимельтейское приходское училище. 1878 год. Родился Порфирий Петрович Минеев, уроженец села Кимельтей, социал-демократ и революционер. 1891 год. Пребывал в селе проездом цесаревич Николай, будущий царь Николай II. Но дорога вот шумит, это значит... Идет строительство дороги. Это очень хорошо. Так, продолжим. А если папа меня Петей назвал? Тише. Да. Конец 19 века. Кимельтей приобретает статус волостного села. 1902 год. Родилась емпольская уроженка села Кимельтей, написавшая повесть о селе, ее звали Тумбасией. 1905 год. Кимельтейское революционное крестьянское выступление. Декабрь 1905 года. Общественный приговор волостного суда крестьянам Кимельтейской волости, Нижнеудинского уезда Иркутской области.
Тогда же общественный приговор волосного суда крестьянам, это уже я читал, 1905 год, большая демонстрация, митинг крестьян с красным флагом и революционными песнями под влиянием Зиминской партийной организации. 6 год, январь, в Кемитии состоялся митинг, посвященный годовщине Кровавого воскресенья. 1912 основана Кемитийская больница, основатель ее ссыльный Алексеев, герой социалистического труда, соратник Ленина, врач по образованию. 12 год. Родился Алексеев, герой Советского Союза, вице-адмирал. 14 год. Заработало два корпуса новой больницы. 18 год. Создан ревком, председателем которой был Петров. 19 год. Через Кемитей отступали капелевцы. 20 год. Создана первая комсомольская ячейка. 20-37. Становление советской власти Кемитейской волости. Начал работать Кемитейская МТС, одна из старейших МТС в Восточной Сибири. 24 год. Принята резолюция собрания граждан с Кемитей в связи с кончиной Ленина. В 24-м организован первый пионерский отряд. 27 год. Издано положение о строительстве школы крестьянской молодежи ШКМ. 27 год. Состоялся Кемитейский районный съезд женщин. 28 организовано товарищество по совместной обработке земли ТОЗ. 29 организовано три колхоза имени Ленина, Молотова и Сталинский путь. 29 ликвидирован Кемитейский район. 30 первая сдача хлеба государству. В 30-м году в селе Кемитей изучают детский фольклор Виноградов, этнограф, профессор Иркутского университета. 31-й построена 7-летняя школа. Тогда же организована Кемитейская МТС. 31-й год прекратила свое существование церковь в селе Кемитей. 31-й приезжает в село врач Миролюбов. 34. Создана школа механизации на базе Кемитейской МТС по решению сельскохозяйственного отдела Зиминского райисполкома. 39. Пошли первый рейсовый автобус «Зима Кемитей». 40-й год. Открыт 8-й класс, где обучалось 30 человек. И с того времени школа стала средней. 41-й год. Началась Великая Отечественная война. Более 360 человек ушли на фронт. Из них 124 не вернулись. Так, минутку. Так. Ну, продолжить. Теперь уже надо до конца дочитать. Из них 124 не вернулись. 41-й погиб учитель Минеев в стенах концлагеря на севере Свердловской области. 44-й год принял бой со своим экипажем в Баренцевом море уроженец Кемитей Алексеев, капитан 3-го ранга. 50-й год объединились колхозы в один колхоз имени Ленина. 54-й установлен памятник на площади в центре села, где проводились митинги. Тогда же в здании бывшей церкви разместили сельский дом культуры. 54-56 провели свет в село. В 57 году присвоено звание лучший работник здравоохранения РСФСР с вручением ордена Ленина мира Любовой. 57-69 председателем колхоза имени Ленина был Телегин. 57 найдены большевистские листовки и прокламации на чердаке во время ремонта помещение детского дома, ранее было училище. 58-й. Укрупнение колхоза имени Ленина. Ее состав вошли хозяйства сел Баргадая, Кундул-Гури. 60-й. В селе установили телефонную связь. 60-й. Открыто хирургическое отделение. 62-й год. Избран депутатом Верховного Совета СССР Телегин. 64-й. Построен первый железобетонный мост через реку Кемиль. Кемитейку.
1964 год, также открыта первая автоматическая телефонная станция. Тогда же была вручена золотая медаль за отличную учебу Клешковой Галине. 67-й. Рождение сельского хора, руководитель Крюкова. Тогда же побывал на своей родине Алексей Алексеевич. Вскоре, благодаря его участию, кельтийские парни стали служить на крейсере «Варяг». 68-й год. Открытие обелиска кельтийцам, погибшим в Великой Отечественной войне. В 71-м году сдана в эксплуатацию новая трехэтажная школа. 78-й. Открытие мемориальной доски на здании больницы, где жил и работал врач Алексеев, герой соцтруда. 80-й год, апрель. Открытие школьного музея боевой трудовой славы. 84-й. Построены две новые улицы двухквартирных домов имени Телегина и Миролюбовой. 87-й год. Сдан в эксплуатацию новый мост через реку Кемельтейка. 91-й. Проложен новый асфальт в селе. Январь 91-го. По решению схода гражданам Кемельтея здание сельского дома культуры вновь передан православной церкви. 91-й год. Советы прекратили свою деятельность. Председатель сельского совета стал главой администрации. Первый главой сельской администрации Тарасенко. 91 август. Состоялось первое богослужение Свято-Никольской церкви. 94 зал в эксплуатацию водовод. 95 открытие нового колхозного детского дома. 96 празднование 300-летия села Кемельтей. Потом, 2000 год, в школе появился первый компьютерный класс. 2002 год, состоялось открытие мемориальной доски на здании школы. 2003 год, подарен автобус. Моряки привезли в подарок якорь школьникам. К началу учебного года в школу поступило учебно-лабораторное оборудование. 2004 год. Вручена золотая медаль за отличную учебу Горбачевой Ирине. 2005. В Центральной районной больнице появился первый компьютер. 2006. Отметили столетний юбилей Кемельтейской больницы. Открыт музей Кемельтеи. 2007 год. Премия «Статус» вручена кемельтейским школьникам Личко Зинаиде и Трускову Сергею. Спортивное достижение. В селе на гастролях побывал театр юного зрителя имени Вампилова. 2008 год. Вручение наград. 2010 вышел в свет сборник стихов Елены Естафьевой. «Подкова на счастье». 2010 год. Команда пенсионеров села Кемельтей впервые приняла участие в спартакиаде села Зиминского района. 2011 год, 150-летний юбилей отметила Кемельтейская школа. 2012 год, звание почетного гражданина района удостоена Бурдаговская. На этом заканчиваю комментировать. Следующая серия начнется с комментариев о городе Зима. До следующей серии.